Всем привет, ребята, с вами я, профессионал Саня, и в этом видео я буду снимать режим Томми и Джерри в Майнкрафт вместе с Норманки. В общем-то, он тут рядом со мной, и в первой игре я сразу же стал водой. Я сразу же побежал искать кого-нибудь. И вот уже через несколько секунд я нашел игроков. Они вот были где-то здесь рядом. И я их поймал. Если бы точнее, первый игрок, который я поймал за эту игру, это был сам Норманки. Я его поймал. Вот так вот. Далее поймал второго игрока. И потом я увидел то, что несколько игроков сюда пришли. И я сразу же начал их байтить. Смотрите, вот так вот я поймал на ошибке какую-то мышь. Вот, они как бы меня дразнили. И я поймал. Вот. Я вообще был... Мне тогда с этого было очень смешно. Ведь эта мышь еще стала уткой. И потом, смотрите, кто это. Это же какой-то игрок. А если поточнее, то мышь, которую я легко поймал. И вот я поймал еще одного игрока. И вот кого я поймал. Еще игрока. Ну, уже 4 игрока подряд есть. Это даже очень смешно. А также, ребят, извините за голос, ведь я немножко приболел. И, кстати, вот тут именно Норманки. Я помню этот момент, когда он меня еще спрашивал, могу ли я по этим туннелям бегать. Но в эти туннели я как раз таки пробраться не могу. Но я могу видеть через дырки. А также я пошел искать других игроков. Но по итогу я так никого не нашел, я доказался поражение. Ну ладно, следующая игра. А вот и следующая игра, мы тут уже вместе стоим. Вот. И на этот раз моя роль — мышь. И цель была найти весь сыр. Я в начале игры нашел один сыр. И успешно принес его на базу. И там стоял игрок, которого я легко обхитрил. Он за мной побежал, но по итогу отстал. Ну как отстал, точнее уничтожил. И вот, меня уже убивает третий раз. И моя роль теперь утка. Утки — это те, кто это мешают котам уничтожать мышей. Я скажу честно, это даже очень интересно. Я сразу же побежал искать котов, чтобы их дразнить. Типа, кидать в них помидоры или бананы. И вот тут бежит Норманки. Это он. Смотрите. Вот опять он опять пришел с сыром. Мы тут вместе прыгаем. И вот. Я возрождаюсь и пошел обратно. И вот посмотрите, какая обманка. Я столкнул этого кота.
этот кот даже здесь ничего не понял, ведь я его быстро столкнул, как бы я их троллил. То есть всех игроков здесь я троллил. И вот сейчас будет самый прикольный троллинг, ну вы посмотрите. Но я его откинул примерно, ну не знаю, на блоков там 200 вверх. Это было очень смешно. И вот я опять уничтожаюсь. И возрождение. И я сразу же пошел провоцировать этого кота. Если честно, это мой самый любимый режим, потому что он очень веселый. Вот я тут пихаю, прыгаю и нашел кота, которого хотел затроллить, но в итоге он затроллил меня. Если бы точнее, то опять-таки уничтожил. Хотя я просто его троллил и просто кидал в него помидоры. Хотя в этом нет ничего такого обидного или опасного. И вот я хочу норманги показать, как нужно уничтожать их. Но в итоге, блин, я не смог, я промазал. Меня как бы уничтожили, и норманки потом тоже, к сожалению. Ну ладно, зато это победа. И вот следующая игра. И вот. Норманки оказался. Он просто за кота играл. Это вообще очень интересно. Ну ладно, первым делом я пошел искать сыр, которого так долго добивался. И сразу же вижу здесь игрока. Просто так смешно, если честно, тут играть. Особенно, когда, ну не знаю, котов дразнишь. Это очень режим веселый. А также тут интересно играть за утку. И вот в этот момент норманки перебежал на нашу базу и уничтожил два игрока, в том числе меня. Это вообще прикол, ну ладно. В любом случае, я как-то смог сбежать. Я как-то супер прыжок использовал. Увидел то, что норманки в какую-то другую сторону убегает. И я попался на ловушку. Ну ладно, зато никто не пришел. Это самое прикольное, что никто меня не заметил. И вроде бы как я даже успешно принес сыр. Да, это так и есть. И вот я тут спрыгиваю. И вижу то, что там какая-то, ну что ли, драка между котом, котами и мышей. И за мной побежал какой-то кот, но в любом случае меня не поймали. Это очень весело, весело. Сразу же два игрока было. Смотрите, кто это тут. Это норманки. Но это было смешно. Далее я как-то его затроллил. Использовал супер прыжок. Там, не знаю, я хотел как-то время потянуть. И я бегаю и попадаюсь в ловушку. Ну вообще, это было смешно очень. Ну ладно, зато в следующий раз я не попался. Ну, вроде бы. Блин. Нет, все-таки я попался. И я стал на этот раз уткой. И это самая прикольная часть этого видео, ведь начинается троллинг. Ведь, как мы знаем, утка это троллинг в этом режиме. Я сразу же пошел искать игроков, оттолкнул два игрока очень высоко и побежал. Просто три игрока бегали, я в кого-то там кинул помидор, в кого именно я не помню.
Ну, помню, что вот тут остался только Норманки. Вот он, смотрите. Я как бы троллил в конце игры. И это победа. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока и хороших бананов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.